Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики. Вот снимаю ролик по зерносмесителю. Заказал мне его Виталий Викторович, город Полтава. Ну что, маленький обзор. Ну, она мне не первый смеситель. Это бочка 200 литров и конус. Сталь. 2 миллиметра. Вот он. Конус вот такой. 2 миллиметра сталь. Сварен аргоном. Ну, и на вальцах. Вот минимальный зазор. Это заготовка мне тоже заказали из Киевской области. Смеситель. Конус у меня, я же говорил, отсоединяется, я его не привариваю. То есть вот скоба, и здесь скоба на 4 точки по периметру. А здесь опорные как бы лапы и шпильки на 16 миллиметров диаметр. Через проставки такие, ну, чтобы не продавливало. Шнек диаметром 240 миллиметров. Вот остаток от него. Двигатель подключен на 3 фазы, 1,5 киловатта, 1000 оборотов, ну 950 через шкивы. На шкиве, на шнеке, то есть 300 оборотов проверил тахометром. Здесь площадка натяжения ремня, ход двигателя 100 миллиметров, пазы. Здесь две планки с пластин 4 миллиметра толщиной. Я вварил болтики, чтобы с этой стороны не держать ключом, а с одной стороны открутил болтики, гайки, натянул ремень и все. И затянуть, зафиксировать. Здесь болты на 10, 4 болта на этих фланцах стоят. Подшипники там два, один упорный, один радиальный. На ступице. Засыпал я сейчас зерно, пшеницу. Мешок, ну сколько там мешки, 4 с чем-то ведра. Вот это шнек, гильзы, растяжки. Вон пшеница. Ну, у меня нет пшеницы много. Он работает и полный засыпать. Вот, тянет, поднимает все. С двух сторон крышки, ну, люки. Высота его где-то 1,90 м. Я уже говорил, на колесах он. Агрегат этот. Ну, сейчас продемонстрирую его в работе. Поставлю на штатив. Замерить. Сейчас возьму рулетку.
1,89 м, ну 1,90 м. Так, от пола до лоточка, вот когда продукции, получилось 400 миллиметров. 400 миллиметров. Все нормально. Сейчас включу. Сделаем выгрузку, покажу. У нас стоит, шумит зерно внутри. Покажу фонтан какой. Пылит, конечно, ну а что сделать? Это я положил сверху груз. Ну, оно не вибрирует, но на всякий случай я положил. Покажу выгрузку. Есть заслонка. Остается там на дне, на фланце, где-то сантиметр слой зерна. Вот фланец видно верхний. И вот перехожу я, показываю, где-то сантиметр. Там стоит сальник под осью шнека. А потом уже два подшипника, опорный и радиальный. Вот, он готов к использованию. Кому интересно это и понравилось, ставьте лайки или же палец вверх или вниз, подписывайтесь на канал. Я буду вам благодарен. Желаю вам и вашим семьям здоровья. Ну как здоровья, крепкого здоровья, хорошего. Это от души я желаю, потому что сейчас такое положение непонятное. Ну и все-таки не болейте. До свидания, звоните.